В основном это те же самые люди, которые мы работаем уже много лет. Просто сейчас мы перешли в другой формат, этот видеоклип. А это в первую очередь Михаил Сачков, который всегда нам делает и видеоарт за показом, и музыку. В этот раз он очень сильно работал над этим клипом. А мы работали совместно с Нина, я и он. Мы выбирали те образы, и он их ставил в такую картинку. Да? Он придумывал истории с самими моделями, да, которые это не живое видео, но они как бы двигаются. Да? То есть вот все это придумал он. Потом это фотограф Алексей Платонов. Одежда, она должна быть насильной. Я понимаю, что можно сделать такую фигню и парашют там сзади идет, да, но как картинка, да, это красиво, но все-таки, наверное, в первую очередь одежда должна быть и носибельной, и удобной. Работаем, исходя из нашего образа жизни, да. У нас очень редко есть какие-то вечерние платья, да, ну, как-то нам они в нашей жизни не особо нужны. Вот все идеи, которые мы... интересно в этот момент и вдохновлялись, они как раз показаны в этом клипе. Мы постарались вот выразиться как можно ярче там, от современного искусства, от фильмов, от образов, фотографий, детских игрушек, лего. То есть там, как нам кажется, все очень хорошо показано, чем мы вдохновлялись.